Сегодня у нас в студии суперприз автомобиль. Белая Приора. Но ее немножко ударили в бампер. И помяли. Как бы показать-то. Ну, короче, вот помяли. А, вот видно, да? Вот, то есть помяли ее хорошо. Тут сантиметра два надо вытаскивать, чтобы такой радиус был дутый. И залом вот идет. Вот. Машина новая. Буквально новая, в общем. Надо попытаться сделать это все без покраски. Вот. Тут вот написано даже, чем покрашено. Даже есть цвет краски, да? Ну и хорошо. То есть совсем новая машина, еще цвет краски сохранился. Все. Будем работать по без покраски. Вот мы уже приготовили, у нас есть инструмент. Дежурные тапочки. Вот. И подкладки. О, вот подкладка есть. Начнем. Так, значит, что мы делаем? Есть вот такая штучка. Вот так ее подставляем. Есть такая штучка. Вставляйте, пожалуйста, инструмент. Всего. И тянем. Нежный, принужденный. Так, стоп. Сейчас я немножко перехвачу. Поглубже. Так, дальше лом засу. Вот так, ага. Подожди. Стой. Во, вот так. Давай. Стоп. Ну, уже выше. Есть. Давай. Да мне уже нравится. Отлично идет. Вот, вот так вот раскатывают арки правильные пацаны. Да. Так, что получается? Да. Продолжаем. Что, еще? Несколько качков таких делаем, ритмичных. Все, хорош, начинает продавливать. Так, ну, наверное, пока достаточно этого. То есть мы общую форму уже дали. Такой плавный радиус, сейчас покажу. Так, вот он. Радиус у нас уже вышел. Тут есть маленький заломчик, это плоскогубцами. Здесь есть маленькая шишечка. Ну вот, ну, посмотрим, как мы с ним. Не шишка, а вмятинка. На камеру не передает. Ну, посмотрим. Сможем, сделаем, не сможем, под бампером оставим. Ну, а теперь будем бороться вот с вот этим длинным вытянутым рубцом. Так. Вот при внимательном анализе обнаружили, что здесь-то вышло, а вот тут еще есть маленькая такая. Надо сейчас вытянуть. Главное, чтобы народ мой жаргон понимал. Вот так, прямо вот так. Вот прямо вот так. Все, втыкаем. Так. Все, упираемся. Пальцы. Тебе видно там что-нибудь? Мне. Оп. О, мне туда, надо поглубже. Нет, тебе надо выше край. Выравнивается? То я не вижу. Да выравнивается, но вот тут этот радиус, а не вот этот. Вот этот выравнивается? Да. А этот нет? Да. Так, давай повыше. Вот так. Ага, он съезжает. Пойдет. Все. А то у нас уже тут край пошел. По-моему, нормально, да? Угу. Так, все, пока так оставляем. Сейчас берем крупный молоток. Не, просто молоток. Тут вот есть складочка. Все. ПДР-ка удалась. Красить не будем. Тоже ПДР-ка удалась, красить не будем, краска не облезла, но это не мы. Все, теперь вот эти будем, да, выбивать, что будем делать. Да, вот надо. Вот. Сейчас внутри будем подкладывать фанерку, она длинноватая, а вот сейчас мы ее обрежем. Так, обрежем. Примерно. Давай. Это слабо. Бери большой молоток. Железный, кувалду бери. Ого-го. И вот тут, да, а там жарко мешает. Здесь немножко. Чуть выше надо. Тут
10 ВДР хватит, наверное. Дальше вот между вот этими, да? Угу. Вот это место сейчас бью. Смотри, угу. Чтобы тебе видно было. Да, вижу. Оп. Теперь ближе обратно к дальнему ребру, ближе к колесу. Вот так, эти у нас дно поднялись у них. Угу. Так, вот тут у нас шишка, да, получилась? Угу. Вот тут яма, и тут. Угу. Вот здесь отсюда, если смотреть, в принципе, ребро ровно, оно никуда не пошло. Угу. Значит, просто вот тут у нас шишка вышла. И здесь видно. А если вот, вот так вот как? Ок. Присоска. Давай, давай. Все, вакуум обработали. Вакуумными присосками работали. Результат гарантирован. Кстати, Саша, привет. Присоски вакуумные, все работает. Ну все, внутри сказали, смотрится хорошо, а с улицы никто заглядывать не будет. Мы ее сейчас закроем банку. Вот тут осталась у нас глубокая вмятинка, но, наверное, я ее и трогать даже не буду. Потому что тут рядом точка сварка. Сейчас начну ее тянуть. Напряженное место, я тут краску покоцаю. Она мы наоборот тут еще даже искусственно сейчас подсадим, чтобы не так шишку это упирало. О, она вроде как поменьше теперь будет. Так. Нифига не вижу. Видимость ноль, иду по приборам, ну в смысле на ощупь. Света у меня нету, на улице пасмурно. Стало ровнее, ровнее. Картошку мне не возить, поэтому потеря объема этой машине не сильно грозит. Будем считать, что на этом мы и закончили. Вот тут немножко поцарапалась красочка. Сейчас мы это буквально кисточкой тут я замажу. Что тут вот трещина пошла немножко. А, это герметик отслаивается. Ну, сейчас я разведу просто жиденько красочку с растворителем и буквально с печинкой туда его вкапаю. Так. Предоставили вот такой вот БР-2. Бензин, растворитель, нефраз и так далее. Ну понятно, галоши так по-другому обозвали. В общем, бензин, растворитель, нефраз. Вот здесь тут у меня чистая тряпочка. Вот так вот. Протираем. Протираем. Так, и сейчас подкапаем красочкой. Ну, краски, как оно там называлось? Облако какое? Белое, 240. Вот, белого облака 240 у меня не было. У меня вот была Виковская автоэмаль с подбора, вот даже написано специально, а вот, куда-то подбирали вторым слоем. Ну, в общем, она тоже беленькая. Здесь под бампером не видно. Так, есть. И вот тут вот еще в одном месте мы закапывали. Будем считать, что автомобиль готов. Хотя вот на камеру сейчас видно, да, что хорошо. Вот тут вот у нас. Ага, вот он. Так, где тут? Вот он. Сюда и сюда, да, как шишка приступить. Итак, что мы имеем?
Ну, до абсолютной подверки тут, конечно, очень и очень далеко. Все это волнистое. Вот. Ну, скажем так, отсюда, вот смотри, отсюда, вообще идеально все ровно. Все красиво. Так, ну вот еще один роскошный белый автомобиль готов. Бампер установленный. Все совпадает, все ништяк, все хорошо. Ну вот, краешки все совпадают. Дальше. Как видим, вот это место, да, вот посмотрим на глянец. Видите, зайчик играет. То есть никаких бликов, никаких, да. То есть в этом месте подверка у нас удалась, все нормально получилось. Вот. Ну, в результате удара тут был немножко пошкарябанный бампер. Вы его просто полирнули, я не стал показывать. Ну, процесс полировки чего показать? Полирнули, полирнули. Все чистенько, ровненько. Вот. Все. Новый белый машина. Вот. Закрутили болтики. Затянули гаечки. Где они тут, эти гаечки-то? А, вот они. Поставили новые шайбочки, новые гаечки на новую машину. Где родные делись, я не знаю, хозяин сам снимал бампер. Красота!